Осень наступила, а значит, наступает и время выплаты налогов. Сбербанк предлагает сделать этот процесс максимально комфортным. Заплатить транспортный, имущественный или земельный налог можно, не выходя из дома. Более того, сейчас в Волговятском банке Сбербанка России стартовала акция «Оплати налоги в Сбербанк онлайн». Так любой клиент, имеющий банковскую карту Сбербанка, может легко и быстро заплатить налоги через интернет-ресурс «Сбербанк онлайн», не выходя из дома или офиса. Комиссия при этом не взимается. Процесс совсем несложный, и заплатить можно в любое удобное время. Чтобы войти в личный кабинет, нужно получить логин и пароль к своей карте через любой банкомат Сбербанка. Потом зайти на сайт www.sberbank.ru в раздел «Сбербанк онлайн». На сегодняшний день у нас к услуге Сбербанк онлайн подключено практически 78 тысяч держателей банковских карт. При этом мы четко понимаем, что наш потенциал значительно больше. На сегодняшний день среди держателей карт это порядка 720 тысяч жителей Чувашской республики, из которых активно пользуются картами более 500 000 человек. Через удаленные каналы Сбербанка, то есть без обращения непосредственно к сотрудникам банка, за последние полгода прошло около 95% всех платежей в адрес налоговой инспекции. Хочу обратить внимание на возможность оплатить налоговые платежи или задолженность через использование нашего сервиса, в том числе, о чем было сегодня сказано, и в режиме онлайн. Для этого в закладке «Начислено» необходимо выбрать кнопочку «Оплатить начисление» и выбрать онлайн оплата. Если мы нажмем на Сбербанк, выберем, то у нас, соответственно, откроется сервис Сбербанк онлайн, благодаря которому, собственно, и можно оплатить те налоговые начисления, которые вы выбрали в нашем сервисе. Круг клиентов Сбербанка постоянно расширяется. Сегодня банковская карта используется не только в качестве зарплатной. С ее помощью можно воспользоваться всеми услугами банка. На сегодняшний день у нас 759 устройств самообслуживания в целом. И до конца года мы эту группировку, так скажем, доведем до 800 единиц. Соответственно, это то, что делает действительно Сбербанк не просто всегда рядом в качестве лозунга, а доступным с точки зрения именно возможности обслужиться недалеко от дома, либо по месту работы, либо находясь в торговых центрах, либо в других местах массового скопления. Сбербанк в первую очередь заботится о безопасности клиентов. Главное предостережение – не вводить пароль для отмены или аннулирования операций. Пароли на эти операции могут запрашивать только мошенники. Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам и не просят отменить операции. Те, кто еще не успел самостоятельно подключиться к системе Сбербанк онлайн, могут сделать это в любом офисе с помощью банковских консультантов. Клиентов, которые зарегистрируются в Сбербанк онлайн и оплатят налоги до 31 октября, ждут оригинальные подарки. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.